Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы для вас проведем необычную экскурсию в прошлое. А тема нашей экскурсии – «Бабусина скрыня». Что же означает это название? В переводе с украинского языка «бабусина скрыня» – «бабушкин сундучок». Для нас бабусина скрыня будет волшебной, потому что мы будем доставать из сундучка предметы старины. В очень давние времена такой сундучок был в каждой хате, то есть доме. В нем хранили одежду, белье, украшения, вышитые рушники, женские сорочки, мужские рубашки, новые кожаные сапоги и черевички. Все эти вещи были сделаны своими руками. Долгими зимними вечерами женщины садились рукодельничать, шить, вязать, вышивать. Вышивка была очень разнообразной, ни один рисунок не повторялся. Каждая мастерица имела свой собственный почерк. Вышивали крестиком, гладью. Основной цвет ниток был черный и красный, например, рушник. Это полотенце для рук. Имело разное предназначение. На рушнике подносили хлеб, когда встречали гостей. Рушником заворачивали младенца. Повязывали руки молодым на свадьбе. На сватанье невеста дарила сватам по рушнику. Рушник использовали в разных обрядах. Украшали иконы. Отправляясь в дальний путь, мать давала в дорогу хлеб, завернутый в рушник. И там, далеко от родины, рушник напоминал о родной земле, о своем доме. Молодые девушки готовили себе приданное. Постельное белье, вышивали сорочки и рубашки для жениха. А чтобы было веселее работать, женщины пели украинские песни. Всю одежду, которую люди хранили в сундуках, надевали по большим событиям. На свадьбы, сватовство, рождение ребенка, Рождество, Пасху, зеленые святки. Лоскутки, которые оставались от шитья, женщины использовали для пошива лоскутного одеяла. А молодые девочки из лоскутков ткани делали себе и младшим сестричкам куколки для игр. А были специальные куклы, и называли их оберегами. Почему? Такие куклы ложили в люльку рядом с новорожденным, чтобы кукла оберегала сон малыша и охраняла от злых духов и разных болезней. В те далекие времена предметы быта тоже делали своими руками. Гончары лепили посуду из глины, обжигали, расписывали разными узорами. Из глины также делали украшения для женщин и девушек, как, например, вот эти бусы. Была и деревянная посуда. Ребятишки не отставали от взрослых. Лепили из глины игрушки, птичек, разных домашних животных, свистульки, окарины. Делали также свистульки из дерева и камыша, как, например, сопилка. Дети учились трудиться и осваивать ремесло у взрослых. Помогали сеять пшеницу, пасти коров и овец, собирать урожай, а также мастерить предметы быта своими руками. Изучая традиции и обычаи своего народа, знакомились с календарными праздниками. Бабусина скрыня таит в себе много историй и загадок, с которыми мы познакомимся в следующий раз.